Все равно я отсюда всех вас заберу во дворец, где играют свирели. К сожалению, песню сегодня будет петь Дмитрий Дюжев. Атмосфера перед концертом более чем дружественная. Даже обычная распевка перед выходом на сцену сопровождается подколами в адрес коллег по цеху. Первым, кто вышел к зрителям, чтобы спеть песни Владимира Высоцкого, был рок-исполнитель и лидер группы «Серьга» Сергей Галанин. Почти все произведения, которые звучали со сцены, сопровождались игрой симфонического коллектива «Глобалис». Этим не могла не воспользоваться Светлана Сурганова, которая является лидером группы «Сурганова и оркестр». И пусть это не те музыканты, с кем она обычно выступает, симбиоз исполнительницы и инструменталистов превзошел все ожидания. Владимир Высоцкий всегда ценил начинающих артистов. Вот и его сын Никита привлекает молодых, еще не имеющих славу исполнителей. В этом году на сцене выступил участник шоу «Голос» Дмитрий Сороченков. Не обошлось и без именитых артистов. Дмитрий Дюжев вновь удивил зал своей сентиментальностью. А Ольга Кормухина поразила зрителей своим голосом. Ну а Виктор Рыбин был, как говорится, в своем репертуаре. В Нижнекамск своя колея заезжает уже в четвертый раз. Никита Владимирович Высоцкий решил отметить, чья это заслуга. Я хочу сказать слова, которые, наверное, я мог бы сказать лично. И, может быть, еще что-то и добавлю лично. Но которые иногда надо говорить публично. Я хочу поблагодарить мэра Нижнекамска. Я позволю себе сказать моего друга Айдара Раисовича Медшина. За то, что это происходит. За то, что он несколько раз за, в общем, короткий срок наших отношений подставил плечо не мне, но тому, что для меня так важно. Но самое главное, что дело, которым занимается Никита Высоцкий, действительно нужно и зрителю. Каждый нижнекамец, который побывал на концерте, думал о чем-то своем. Понравилось все, все исполнители. Все были очень на высоком профессиональном уровне. Некоторые довели даже до слез. Очень все классно, все, спасибо большое. Спасибо большое, что приехали, да. Пусть еще приезжают. Четвертый год хожу, мне все нравится. И обязательно на будущий год, чтобы приехали. Ходим не первый год, очень нравится, очень прекрасно. Пусть еще приезжают к нам. После таких теплых слов становится понятно, что люди ждут, когда свояк Илья заедет в город в пятый раз. Об этом, видимо, думают и артисты, которых по окончанию концерта приветствовали стоя.